О данной клинике я узнал от своего товарища, который какое-то время назад делал здесь операцию, и последствия этой операции были видны мне вживую, поэтому никакой дополнительной, так сказать, рекламы и рассказов не понадобилось. Вот, когда у меня возникла проблема с ногой, впервые я обратился к доктору в России в тот момент, когда у меня распухла нога. В вечернее время пошел к дежурному врачу. Дежурный врач оказался урологом, который предложил мне в случае чего сделать операцию, поскольку у него есть практика в ординатуре или где-то там еще. Я быстро собрался оттуда и ушел. Поэтому какие там диагнозы ставились, ну, в дальнейшем я был еще у хирурга, который со стороны смотрел на мою ногу и сказал, что у меня тромбофлебит. То есть нога опухала, были боли. Я решил, так сказать, приехать сюда и пообследоваться у доктора Мауринша. Он провел осмотр и сказал, что в моем случае возможно проведение двух там процедур. То есть частичное удаление там вены лазером и частично там закрытие вены склеротерапией. Ну вот, ну, около часа как бы длилась операция. В моем понимании все на очень хорошем, высоком уровне.